сегодня, значит, 12-е занятие, и мы рассмотрим штуку под названием потоки в Java. Потоки в Java, конкуренси и тому всякое остальное дураса. Вот. Знаете? Красиво. Потоки в Java. Итак, Java, значит, да, в принципе, не только в Java, в основном во многих других языках программирования и вообще в программе, когда работает на компьютер, разделяют такие два понятия, как процессы, собственно, так, процесс и поток. Чем они отличаются друг от друга? Значит, процесс — это вот процесс. Это такая вот, это по сути программа ваша. Это как бы такая сущность такая большая, которая имеет свой, собственно, может выполняться. Она имеет свой, выделяется ему время соответствующее процессам. Вот она как бы работает, выполняется. Зачастую процесс обычно связан с каким-то одним исполняемым файлом. Ну, на Windows, то есть это один будет экзешник, да, на Linux там другой там, исполняемый файл, соответственно. Вот, процесс, ну вот можем рассмотреть как такую большую коробочку, да, то есть это вот процесс. У процесса, во-первых, обязательно, у каждого процесса есть выделенная область памяти. То есть ему кто-то выделил, ну, этот ему выделил память, да, операционная система, то есть у него она есть, вот он с ней работает. Он, собственно, сам загружен в этой памяти, вот он с ней там как-то работает. У процесса может быть какие-нибудь там шеры, ну не шеры, да, собственно, его ресурсы, которые ему доступны. Ну, например, там файлы открытые какие-нибудь, например, там какой-нибудь connection, я там URL напишу, да, то есть сокеты какие-нибудь открытые, там еще такое. Они все связаны с одним процессом, то есть процесс, вот он их создает, он их открывает, все эти файлы. Вот, соответственно, ну, в процессе, собственно, есть код, который, в принципе, выполняется. То есть я тут напишу там код какой-нибудь. Вот он, собственно, выполняется. То есть процесс это, по большому счету, как бы программа, такая вот тяжеловесная такая конструкция. Вот она запустилась, вот она есть. В программе, ну, в компьютер, когда вы запускаете по компьютеру операционная система процессов же может быть очень много. И, по сути, операционная система между этими процессами как-то пытается там ужиться. То есть, ну вы сами знаете, вы же можете запустить веб-браузер, Winamp, да, текстовый редактор, все это будет одновременно у вас работать. По сути, вот это все является одними процессами. И операционная система, она сама между ними управляет и пытается как-то раздать им время. То есть процессор Intel тот же самый, да, какой-нибудь, или AMD, он-то может быть всего лишь один, например, одноядерный, всего лишь, но он один. И как создать иллюзию параллельной работы, что вы слушаете Winamp, смотрите в это время как бы флешевский какой-то ролик, да, и еще и при этом печатаете какой-то текст. То есть все это параллельная работа тем, что получается в процессор как бы распределяет время. То есть CPU у нас один, и он как бы, он, например, этому выдал кусок времени, этому выдал этому времени. Вот это переключение происходит достаточно часто, это в миллисекундах исчисляется. В этом вы как бы не замечаете, для вас кажется, что они все параллельно работают. Естественно, так как в наше время появилась, конечно, CPU, короче, двухъядерная, трехъядерная, с гиперсреднингом и тому подобное, то, соответственно, можно достичь уже реальной параллельности, когда действительно один CPU работает на одной задаче, другой CPU на другой задаче, и мы получаем параллельную выполнение. Вот. В Java процессом по сути является это весь ваш, это по сути вот, ну, на Windows это java.exe, да, то есть это вот что вот JVM. То есть весь JVM обычно зачастую запускается в виде одного процесса. Вот. Процессы операционной системы. Это по сути есть JVM. Вот он там висит, и внутри этой JVM вы, собственно, можете выполнять ваш джавовский код. Соответственно, понятное дело, что по сути в рамках одной JVM можно запустить несколько классов. Можно запустить несколько public main, они как бы внутри там класса будут мутиться. Но то уже будет ими управлять уже сам JVM внутри себя. Но зачастую JVM это вот он один, он сам заграбастал кучу памяти у операционки, там пооткрывал нужные файлы, и вот его код, вот он выполняется. Вот оно там само по себе крутится. Так вот, как управлять процессами и как создавать новые процессы из Java, как из Java из одной JVM запустить еще одну JVM, это тоже возможность запускать. Мы рассматривать не будем, потому что на самом деле это не так часто требуется и редко когда это используется, потому что, еще раз повторяю, процессы достаточно сложные такие сущности. И межпроцессорное взаимодействие, то есть, вот, например, общаться одному процессу с другому, это происходит очень редко. То есть там специальные EPC, какие-то Inter-Process Communication протоколы, в зависимости от того, на какой операционной системе мы находимся, они там разные.
И поэтому это не так тривиально сделать. Java одна с другой Java тоже могут общаться, но тоже это не такая, ну, легкая задача, поэтому этим обычно редко когда занимаются. Но как бы поэтому мы об этом забудем, мы это сильно рассматривать все и не будем. Фу, вау. Вот. Что мы рассмотрим, это, собственно, потоки. Так, значит, что такое поток? Поток — это уже более легковесная штука, чем процесс. Значит, потоки находятся, во-первых, все внутри какого-то процесса. То есть опять у нас, представьте, есть у нас процесс один, то есть вот наша программа, да? Со всей вот этой вот штукой. Так вот, потоки обычно находятся внутри процесса. Это вот тут, например, вот так вот, например, thread 1, да? Thread 2. Вот. Значит, что внутри потока уникально? Внутри потока уникально, собственно, кусок кода, который он, собственно, в нем есть. То есть вот код. Код внутри потока, он уникальный. То есть у каждого свой собственный кусок кода, который, собственно, работает. Ну, понятное дело, что на самом деле этот код там может быть один и тот же, потому что JavaScript класс-то один и тот же представляющий поток, само собой. Но факт того, что как бы вот код, который выполняет процесс, вот он один, он у каждого. Но при этом потоки, они пользуются общей памятью, общими ресурсами, теми же файлами и тому подобное тогда. И по сути дела находятся внутри в рамках одного процесса, поэтому они попадают под управление внешним там устройством, то есть операционной системой CPU, он, собственно, управляет как один процесс, вот, он выделяет на него соответствующее время. Но при этом получается что? Что если у вас программа, например, вот в таком вот ключе, вот, ну, вот как она обычно была, да, то в ней есть кусок кода, и вот он выполняется последовательно, да, то есть ему время пришло, то есть вот его время выполняется. Он раз выполнил какие-то инструкции, потом там раз время перешло туда, потом опять вернулся, он опять последовательно выполнил эти инструкции. То в данном случае, как раз наличие потоков позволяет вам распараллелить ваши инструкции. То есть, когда пришло к нему время, то вы можете параллельно выполнять и эти, и вот эти инструкции. Ну, если позволяет CPU, например, два ядра. То есть, оба потока могут быть находиться на двух ядрах. Если же ядро одно, то, например, нам пришел квант времени, скажем, нам сказали, ты можешь выполняться там 10 секунд. Спокойно, никто, 10 секунд, CPU весь твой. То тогда внутри, как бы, потоки, значит, могут там, например, сделать так. Ага, значит, давай 5 секунд я, 5 секунд ты. Ну и через каждую секунду будем переключаться, будет создаваться иллюзия, что мы параллельно работаем. Потоками, соответственно, управлять уже может кто? Либо операционная система, опять же, то есть тот же CPU, он может, он видит, что это потоки, он может их переключать в рамках одного процесса. Либо, собственно, сам JVM. В Java, ну там Java сделана хитро достаточно, раньше это делал JVM, и поэтому это было немножко медленновато, ну потому что как бы процесс получал квант времени 10 секунд, и этот JVM должна была раздублить, каким же потоком его пораздавать. Потом, попозже, естественно, это сделали так, что начали отдавать это все на операционную систему. То есть в операционной системе заложены тоже эти механизмы, которые позволяют управлять именно потоками. То есть важно, что отсюда понять. Поток — это очень легковесный такой вот блок-код, ну, который выполняется параллельно с другим потоком. Вот. И они между собой легковесны. Почему? Потому что они, по сути, только код выполнения. При этом они имеют общий доступ к памяти, к общей какой-нибудь, общие файловые ресурсы у них и тому хранятся, потому что это все находится в рамках одного процесса. Каждый процесс, как минимум, имеет один поток. Thread. То есть, ну, процесс не может существовать без потока. То есть, такого понятия нету. То есть, ну, так просто сделали четко. То есть, один процесс, вот, в нем всегда есть один поток. Ну, он, этот поток, обычно называется главный. Main thread, он так обычно всегда называется, и все программисты его так идентифицируют. То есть, main thread, главный поток. Вот, это всегда. То есть, любая базовая программа, вот, даже вот те простейшие, что мы писали, они как запускаются. То есть, создается процесс, внутри процесса создается один поток thread, и вот он выполняется, все, то есть он главный, он main. Собственно, переключений никаких между, ну, ему не надо делиться процессорным временем с кем-то другим. Соответственно, внутри этого потока вы можете создать другие потоки. Вот, ну, еще больше посоздавать, например, T1, T2. Будет T1, T2 и какой-нибудь main, да, например, у нас. Вот. И main работал, и раз запустил это. Теперь у нас раз уже три одновременно крутятся, одновременно там что-то делают. Ну, когда это надо? Так вот, если подумать, потому что простое приложение, обычно оно как бы ничего не парится. Ну, где вот участвуют потоки очень активно? Ну, во-первых, в любом визуальном приложении, которое содержит визуальные формочки. Там потоки есть всегда, потому что, собственно, вот ваша формочка запустилась,
она всегда запускается в отдельном потоке, обычно называется GUI thread. То есть thread, ну, относящийся к графике user интерфейса. Почему? Потому что как бы программа-то на самом деле вроде как ничего же не делает, правильно? Никаких вычислений не проводит, ни ввода не ждет, а ничего. Ну просто вот висит, да, и ждет ваше нажатие клавиши мышки. То есть что в данном случае происходит? В данном случае как бы операционная система, она как бы показывает, но вот оно висит, как бы ничего не делается. Очень часто, знаете, есть программы, да, там, например, нажали, и она начала там загрузку каких-то файлов там из сети, да, или там каких-то данных, например, из баз данных начала грузить. Но при этом ваша программа остается активной, вы можете там на другие кнопочки нажимать и тому подобное. Получается, что GUI thread, вот он один, а загрузка данных чаще всего выполняется в другом потоке. И они между собой друг другу не мешают. Потому что последовательно идет работа, если бы, например, загрузка данных шла вот при нажатии на кнопку, и в этой же функции шла загрузка данных, то вы тогда ничего не смогли сделать с вашим визуальным интерфейсом. Что на кнопку нажали, знаете, кнопка вжалась, и данные пошли выполняться, и пока все данные не загрузятся, она не вернет управление и не сможет эта кнопка, ну, грубо говоря, отжаться. Так вот, такого же никто не любит такое делать. Ну, такие приложения как бы есть, как бы обычно студенты их пишут, и так вот они медленно работают. Знаете, нажал, сидишь, ждешь. Ну, зачастую все программисты вот такие загрузки всех данных всегда пишут в отдельных потоках, они как бы отдельно, они никак не связаны с основным GUI, ну, user interface. Поэтому получается, что вот как минимум в любой, вот, там где есть user interface, обязательно будет несколько потоков. Один, собственно, показывает, а другие, собственно, выполняют все остальные действия. Ну, часто, например, какие-то, ну, это не то, что часто, но бывает, надо какие-то вычисления распараллелить. То есть, если ты знаешь, что твоя программа будет работать на процессоре, в котором, например, там 2-3 ядра, ты точно знаешь, что там беспроблемно оно распараллелится, тогда ты берешь там какое-то длительное вычисление, там, не знаю, рендеринг картинки, например, в фотошопе, да, то есть картинку взял, там, например, разбил на две части и начинаешь оба ядра, начинает тебе ее рендерить параллельно. То есть, там вот потоки используются и так далее и тому подобное. Итак, как в Java создать поток? Вот мы хотим создать поток. Для этого в Java существует специальный класс, который называется thread. Так он, собственно, и называется, этот класс. Ничего там другого не придумали. Вот, по сути, создание потока всегда будет идти с использованием этого класса. Значит, есть два варианта, как создать поток. Либо мы, по сути дела, можем унаследоваться от этого класса, то есть создать новый объект, который наследуется от класса, либо используя интерфейс runnable. Runnable. Вот, runnable это интерфейс. Так, а thread это, собственно, поток, это класс. Да, тут вот так напишу, чтобы было понятно. Класс thread или интерфейс. Само собой, ну, так как это класс, то в нем уже заложена логика потока. То есть он уже, в нем уже есть вся необходимая инфраструктура. Только достаточно унаследоваться и нажать на него, выполнить метод start, и он запустится. Интерфейс это всего лишь интерфейс, он определяет только методы, больше ничего. То есть наследуясь от интерфейса, вы как бы сами по себе не являетесь потоком. Поэтому получается, наследовавшись от интерфейса, вы должны этот объект, который от него наследуется, все равно передать на вход этому среду, и тогда оно все заработает. Итак, как это выглядит? Ну, к примеру, давайте с наследованием от интерфейса runnable. Пишем, например, там класс, наш собственный, да, например, назовем его myThread. Да? И ставим, что он имплемент вот этот вот runnable, да? Интерфейс runnable перепределяет всего лишь только один метод, который называется public void run. Это вот на буква N. А? Там одна буква N. Две. Ошибку допустил. Две буквы. Public void run. Это тот метод, который будет вызван уже когда вот поток запустится, то есть поток вот запустится, и ну, система, то есть в данном случае Java, она как бы вот, видите, она вот посмотрит, ага, runnable, значит, есть метод run, значит, надо его вызывать, вот он его вызвал, это, собственно, тот код, который будет выполняться в рамках потока. Но так как это наш класс, то мы-то можем иметь другие куча методов и тому подобное. Ну, в run'е там, я не знаю, любые действия, там, actions какие-нибудь, да? Там, например, полезли в базу данных, вытащили новые данные, распарсили эти данные там, и что-то сделали. То есть это любые тут экшенсы, которые... Заметьте, метод ничего не возвращает. Потому что как бы, ну и не надо ему ничего возвращать. Что можно вернуть из потока? Поток же выполняется параллельно, это во-первых. Во-вторых, мы не знаем точного времени выполнения потока, потому что мы не можем сказать, что вот он сейчас выполнится, а потом закончится. То есть он будет когда-то выполняться параллельно, независимо от нас, причем асинхронно от основного потока программы. От main thread, поэтому как бы он ничего не может вернуть. Если мы хотим вернуть то значение, то зачастую обычно делаем какую-то приватную переменную в этом потоке.
ну и там гетером, сеттером потом из нее возвращает, потому что объекты есть у нас. А как мы знаем, что поток закончился? Когда забирать вот эту переменную? А? Как? Ну, когда забирать потом эту переменную? Ну, это уже хитрость, это уже называется синхронизация потоков. То есть надо дождаться, например, его окончания и потом, собственно, вызвать, то есть ты точно тогда будешь знать, что поток закончился, и забрать переменную. Либо поток после окончания в последнем тут методе установит какую-нибудь там внешнюю глобальную переменную, скажет, я закончился, забирайте. То есть тут это чуть попозже, я там еще расскажу немножко про синхронизацию. То есть вот мы создали класс, который имплементит random, и в нем есть метод random. Вот, и теперь, чтобы его запустить как поток, нам надо создать новый объект класса thread. Обязательно. То есть thread это вот есть этот поток. Теперь на вход ему мы должны передать объект нашего класса. То есть на вход ему как раз он может принимать в качестве конструктора вот этот runnable. То есть тогда этот thread будет запускать вот этот вот как бы наш runnable. То есть мы тут пишем new myThread. Вот. То есть вот мы создали. Давайте тут поставим точку запятой, тут вот напишем вот так вот. Thread t равно new thread, new myThread. Вот. Ну, тут, соответственно, тоже скобочки надо. Надо так красиво написать. Вот. Да. То есть создали переменную t. Переменная класса thread. На вход которой, ну да, очень красиво. На вход которой мы передали myThread. Теперь, ну, создание перемены еще не гарантирует, что мы поток сразу, вот мы создали, он сразу раз и запустился и начал параллельно там работать. Нифига подобного. Параллельно он работает только начнет после того, как мы выполним метод start. Вот как только мы выполнили метод start у этого t. Вот здесь вот сразу же, вот начиная вот с этой точки, грубо говоря, с этой секунды, с этой сию минуты, оба потока начинают работать параллельно. Поток синенький и поток зелененький, по сути дела. Синенький это главное, ну, main thread, который главная наша программа. То есть это public static void main в каком-нибудь классе, там, не знаю, чем-нибудь, да. То есть наша главная потока, программа main thread. Те действия, которые тут выполняются, тут, ну, что-то может быть, может на самом деле ничего не быть, но не важно. Например, тут какие-то другие действия, например, там, спроси у пользователя, как дела, пойди приготовь кофе и тому подобное, да, другие действия. И параллельно с этими действиями начнут выполняться вот эти действия, которые будут в методе run. То есть они просто параллельно будут работать. Когда конкретно будет запущен thread? Будет ли сразу вот после метода start выполниться этот метод run? Это никто гарантировать не может. По сути дела, если вот здесь вот написать какой-нибудь там sysout, да, ну system out println, то, например, система не гарантирует, что выполнится первым. Вот это действие или вот это действие. Ну, первое действие в этом потоке. А они уже работают параллельно. Как бы, когда вы сделали new thread, то все, выделилась память, вот этот код создался, все, поток, как бы, вот он висит, ждет, как бы, старта, да, вот, чух, мы старт дали, а уже выделится ли на него процессор, ну, время операционной системы выделить или нет, сразу же, ну, мы не знаем. Поэтому тут вот такая штука, что гарантии никогда нет. Может быть, это действие выполнится, может быть, это вы не гарантируете, но, по сути дела, потоки для этого создают, чтобы это все было асинхронным. Нам, в принципе, зачастую пофиг, когда это выполняется, лишь бы оно выполнялось когда. Мы тут своими действиями выполняем, а тут своими действиями выполняем. Вот такой вот, как бы, вариант создания потоков. Другой вариант, как можно создавать потоки, это, по сути дела, можно выполнять. Так, все то есть мы выбираем между ходом, який йде дальше після тест-старту, і тим, який має клас MyThread. Да, да. У нас получается два потока выполнения, так вот. И теперь наш процесс, когда он получает квант времени от CPU, он начинает, теперь Java начинает думать, тому дать или тому дать. Ну, зачастую начнет давать, ну, по очереди тому. Но я не буду рассказывать вам про того, как происходит планирование процессов, это отдельная история, даже такой сложный курс нам рассказывали когда-то. То есть там есть разные механизмы, как правильно планировать вот два потока выполнения, кому давать больше квантового времени, кому меньше. Есть же еще приоритеты у процессов можно устанавливать, но это все достаточно сложно замыть. Оставим это программистам, эти все штучки. Второй способ, но он попроще на самом деле. То есть у нас есть класс на thread, то есть что мы можем сделать, да? Мы можем создать опять наш класс thread, public, ну давайте например, myThread, да? И мы можем написать, что он extends, наследуется от thread. Вот. И в данном случае нам надо переопределить метод run. То есть, ну я тут напишу даже вот так вот, собачка override.
Причем метод run, он не является, заметьте, не абстрактным каким-то ничем. То есть мы его можем не определять. И все равно вызвать myThreadStart, ну тогда, собственно, ничего не будет. То есть он по умолчанию, он просто пустой, ничего не делает, отмена run. Вот. А, соответственно, мы ему делаем override, то есть переопределяем метод run. Ну и, соответственно, мы делаем наши actions. Какие-то там, да? Закрыли, закрыли. Соответственно, чтобы запустить вот это все, достаточно всего лишь выполнить что? Сделать new myThread и вызвать метод start. Потому что start, потому что мы же, ну, он нам доступен, так как мы наследуемся от класса thread. То есть, ну, вот такой способ. А в ранее частише пишется, ну, сам код, чем просто ссылки на какие-то там методы других классов, да, чем я хочу. Понимаешь, в принципе, если код небольшой, то зачастую прямо в ранее его и шпарят. Ну, почему бы не, прямо в ранее его там и делают. Да? Если уже понятно там что-то, ну, там, увесистое, то как бы для того, чтобы как-то распределить, ну тут уже программисты сами решают, чтобы как бы меньше. Понятно, что функция не хочет, чтобы была здоровая функция. Можешь прямо в этом же классе там другие методы понаписывать, да, там, тоже, их вызывать. Нужен, ну, уже не важно, уже факт того, что сюда вошло, то есть вот начиная с этой точки выполнения, уже пошел твой поток. Все твои методы, вызовы, это все будет в рамках этого твоего потока. То же самое, что как public static void main. Вот как только в public static void main мы зашли, мы сразу попали в main thread. И все, что от public static void main ты вызываешь, это все в главном потоке выполняет. Ты знал такой способ? Вопрос, типа, какой способ лучше, да, тот или тот дизайн? На самом деле, видите, они на самом деле очень похожие способы, но как бы тут на самом деле выбираете сами. И в данном случае вы наследуетесь. В Java нет множественного наследования, правильно? Поэтому вы себя как бы, если вы сделали унаследование от среда, то вы уже не сможете унаследоваться от другого класса какого-то. Вы уже только вот привязаны жестко к среду. Но то, с другой стороны, вы сразу, ну, вам не надо там делать интерфейсы, там создавать новые классы и тому подобное. Этот способ вроде как более гибкий на самом деле, потому что вы как бы просто имплементите интерфейс, вы наследоваться можете от кого угодно, для того, чтобы запустить поток, вы просто делали new thread и, собственно, вот с ним работаете. Вот, но получается, что объект вот этого класса, он сам по себе не является потоком. Для того, чтобы хранить как бы на ссылку на поток, вам придется хранить ссылку на вот этот вот, надо будет хранить вроде как две ссылки, чтобы, знаете, как бы и потоком управлять, и получать доступ к внутренним переменам. Здесь же достаточно будет хранить всего лишь только одну ссылку. Ну, собственно, на объект myThread. Вы сможете и внутренние переменные получить, и потоком управлять. Ну, то есть тут такой трейд-офф, как говорится, есть обратная сторона медали и там, и там. То есть выбирайте сами, хотите то используйте, хотите то. Но зачастую, то есть чаще всего программисты, в принципе, обычно стараются использовать вот этот способ. Разве что какой-нибудь там супер-мега-простенький поток, который там, знаете, три действия каких-то делает, тогда уже такой быстро завязал, да и все. Зачастую дело такое просто из-за гибкости, потому что позволяет наш класс наследовать от кого-то другого. То есть, ну, можем наследоваться от кого угодно. Вот. Есть же, помните, я еще рассказывал про анонимные классы. Вот. Ну, очень часто в коде можете встретить вот такую штуку. Пишут, например, new thread, открывают скобку, и тут прям шпарят анонимный класс. Другим цветом его напишу. Вот. И прям внутри делает new runnable. Открывая скобку, и тут прям, собственно, имплементит этот метод, метод run. Public void run. Тут делают, собственно, какие-то actions, да? Закрывают, 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 закрывают. То есть вот это, в данном случае, runnable, это будет анонимный класс. То есть прямо создают потоки, прямо на входу runnable, и прямо тут имплементит этот метод run. Ну, такой метод, как бы, такой метод еще реже используется, потому что в данном случае, как бы, ну, будь здорово. Вы же вообще никакие, ну, вы не можете управлять внутренним вашим анонимным классом, у вас никогда не будет ссылки на этот анонимный класс. Но такое делают, когда надо, ну, вообще какие-то вот действительно очень легкие, быстрые действия провести, запустили поток, причем даже вот так иногда делают, вот, прямо создают thread, прямо ставят точку старт. То есть вот это вот все, вот это вот кусок кода вот такой вот прям написали, вот он вот так вот можно прям так написать, не надо никаких переменных не присваивать, ничего. То есть сразу быстро запустили поток, который там что-то делает. Ну вот так, таким вот образом иногда запускаешь что-то, например, какой-нибудь таймер. Там. Нам-то что, он запустился, вот он сам себе крутится там и пусть себе крутится, тут какой-нибудь там делаем таймер, старт. Да? Или таким вот образом, например, запускают иногда вот гуишные какие-то вещи. То есть когда мы знаем, что у нас вот есть поток и мы должны его выполнить в рамках UI, то есть который, чтобы он выполнялся в том же потоке, в котором выполняется основной UI. То есть нам как бы доступ к тому потоку UI мы и так можем получить из внешних там, ну, подсистем.
Поэтому так прямо запустили и так его запускается. Ну там в Java такие штуки есть. Ну то есть такое можете тоже встретить. Это тоже поток создался. Вот он создался и там все крутит и крутится. Вот. Вот так вот мы создали потоки, вот так вот они работают. Теперь же смотрите, раз у нас есть потоки, да, вот. Вот они параллельно работают. Один работает, второй параллельно, параллельно шпарят. И тут мы понимаем, что, например, нам бы в одном потоке бы немного бы желательно остановиться, ничего не делать. Поспать, грубо говоря, так называемо. Уснуть, заснуть, остановиться, пусть пока второй поработает, а я пока подожду. Ну, там, например, чего-нибудь. Значит, как останавливаются в данном случае потоки? Значит, для того, чтобы его остановить, есть специальный метод sleep. У класса thread. Значит, вот вы, например, там ваш... функция public void run, да, который, собственно, вот там поток. Вот вы там делаете какие-то экшены. И потом вы понимаете, что хотелось бы поспать чуть-чуть. Чего-то подождать. Не знаю, что. С моря погоды. Звезды какой-нибудь. Да? Яркой. И все такое. Значит, что, как заснуть? Во-первых, спать надо всегда в блоке try catch. Почему? Потому что метод sleep всегда выбрасывает exception. Вот. Ну не всегда он может его выбросить, но он может выбросить. Значит, мы делаем try. Потом пишем thread. У класса thread есть статический метод, как раз именно статический. То есть в данном случае, когда мы пишем thread и обращаемся к статическому методу, то этот метод будет иметь как бы действие распространять ровно на существующий поток, внутри которого мы вызвались. Если мы вызвали в main thread, то main главный thread и заснет. То есть если прямо в public static void main мы напишем thread sleep, то, собственно, главный thread наш и заснет. То есть это можете спокойно сделать, проверить. Если в каком-то другом потоке, то тот какой-то другой поток, собственно, и уснет. Вот. И метод sleep на вход принимает время. Сколько спать? Обычно в миллисекундах это время. Ну, например, там напишем 1000. Это значит, что... Это что значит? Да. Sleep 1.7. Вот. На одну секунду подрыхнем. Да, драйв. Дальше. Почему, собственно, catch exception? Потому что надо обязательно поймать так называемую interrupted exception. Exception E. Вот, что такое interrupted exception? По сути дела, interrupted exception вы получите тогда, когда ваш сон прервут. Стукнут ногой по вам, да, и вы такие проснетесь, и тогда как раз будет interrupted exception. То есть exception вы не получите, если пройдет спокойно 1000 секунд, то есть 1000 секунд поспали, и после этого переходим на вот эту вот, как бы, ну вот сюда, вот на эту точку, тут будем выполнять какие-то действия, да. Там, например, actions 2, там какое-то другая пачка действий. То есть вот мы выполнили действие, заснули на секунду. Секунду спим, проснулись и пошли дальше. Ну, я не знаю, когда это можно сделать, на самом деле, даже такой пример привести. Ну, то есть просто часто это надо иногда, например, когда вы знаете, что вы работаете с какой-то системой, той же водовывода, какой-то внешней системы, вы знаете, что она тормознутая система, да, и, например, послав ей какую-то команду, надо немного подождать, чтобы она расчехлилась, и потом только там пытаться от нее получить ответы и тому подобное. Такое иногда делают, например, делают, посылают команду, засыпают на пару секунд, например, просыпаются и продолжают работу. Вот. Не всегда это удобно, не всегда это правильно, на самом деле, с точки зрения подхода программирования, иногда не так неправильно делать. Поэтому тут уже там программисты сами решают, но факт того, что thread sleep, и вы уснули на 1000 секунд. Причем сон этот неактивный. То есть, когда вы спите, вы не потребляете ресурсов процессора. Процессор, собственно, на вас время не выделяет. Он это время спокойно, то есть то, которое он изначально на вас планировал, там же планировщики, то, что он планировал, он, собственно, отдаст кому-то другому. Без проблем. То есть, вы как бы спите, не потребляя никаких секунд, ну, никаких ресурсов. Но вы можете прерваться. Вас прервать может процессор, вас прервать может операционная система. Кто-то другой вас может прервать, например, разбудить. То есть сказать вам, просыпайся там, чувак. Или там что-то произойдет такое внешнее, непонятное, не знаю, там exception ввода-вывода. Ну что-то такое, что потребует от вас действия. Операционная система посчитает, что вот вы должны на это отвечать. Поэтому вы прерветесь. И вот это прерывание, вы попадаете в interrupted exception. Тут действия, ну, хотите делайте какие-то действия, что я прервался. Хотите не делайте. То есть это такое дело... Интересно, ну, уже у кого как получается. Есть еще методы, которые
в Java. Но я про них рассказывать не буду, потому что такие вот есть писали там классы, которые позволяют там с этими потоками там хитро-мудро работать. Там есть такие методы, например, sleep and там is conditioned. То есть спать не просто, а спать, ожидая какого-то действия, кондишена. И вот ты, например, спишь там, например, сколько-то секунд, плюс ждешь какое-то действие. То есть если наступил, отоспался и все нормально, тогда нормально. А если произошло действие, обычно тогда exception выкидывается, что да, действие произошло, проснись, чувак, и там делай действие. Ну, то есть вот такая вот штука как бы есть, вы должны понимать. Вот, а теперь ситуация, смотрите какая. Представьте, что у нас есть один поток, главный, да? Вот, ну даже вот так вот тут вот посмотрим, да? Вот тут у нас вот здесь наш главный поток, и внутри нашего главного потока мы запустили другой поток. И вот теперь мы хотим дождаться, пока тот закончится, а потом, собственно, продолжать себя. Ну вот что-то вот мы так решили не внутри себя все эти действия выполнить, да, а запустить отдельный класс как отдельный поток, пусть он сам отдельно выполнится, дождаться его и выйти. Или, например, мы можем даже сделать вот так, смотрите, мы можем, вот так будет даже, наверное, лучше сделать. Вот наш главный public static void main, да, наш главный поток, и мы в нем сделали, скажем, например, new thread, ну, T1, например, да, какой-нибудь, new thread там создали, та-та-та-та, ну там, первый thread, и сразу же T2 создали new thread там, второй, та-та-та. Вот у нас есть два потока, грубо говоря, да, и мы там сделали T1.start, вот, и сделали T2.start. И теперь мы хотим заснуть, пока оба отработают. Пусть они оба типа отработают, а мы потом продолжим. Вот, то есть вот тут вот как бы первый ж пошел такой, типа вот он первый пошел выполняться, и второй пошел выполняться. И они между собой там как бы работают, то один, то второй, параллельно, будем считать, да. Вот. А главный поток, главный, мы хотим поспать. То есть такой специальный метод, как бы join. Мы делаем t1.join. Соответственно, t2.join. Что делает метод join? Join, как бы, он засыпает основной поток. То есть вы как бы, как только вы выполните t1.join, вы сразу же заснете, ваш главный поток остановится, в sleep, по сути, уйдет, пока t1 не закончит свою работу. Причем, что заметьте, что вот получается, как будет выполняться последовательность действий, да? То есть вначале идет, ну, первое действие, это main thread. Вот он наш. Вот это, собственно, первое действие. Вот до сюда, например, да? Потом начинается, мы выполняем join, да? И мы засыпаем. То есть мы делаем main join. По сути дела, это значит, что main заснул. Вот тут вот main заснет. Вот это второе наше действие. Дальше третье действие это, собственно, T1, черточка T2. То есть мы параллельно будем то-то-то-то. Ну, то есть они параллельно будут работать. Да? Теперь считайте, что T1 закончился. А T2 может быть еще и нет. Тогда мы выполняем четвертое действие, это опять main join. То есть мы выполняем вот это действие. Вот оно, четвертое действие. И только когда закончится T2, тогда мы, собственно, выполним там, например, ну какой-нибудь там exit. Там, я не знаю, пятое действие exit. То есть вот это вот будет уже наше пятое действие. То есть вот такой способ выполнения. Может возникнуть у вас вопрос, а что произойдет, если T2 закончит работу раньше, чем T1, да? То есть вот T2 закончит раньше, что он уже тут не работает, что его джойнить? Ну, в данном случае джойн он достаточно умный метод, то есть он как бы не будет засыпать, он проверит, T2 закончил, ну тогда все нормально, иду дальше. Если T2 еще не закончил, тогда засну, подожду T2. То в данном случае main thread что делает? Вначале ждет T1, потом ждет T2, потом, собственно, выходит. Ну, вот такой вот способ, вот можно, способ управления, то есть главным потоком, потом дождаться следующего. Такое вы встретить можете нечасто. Скажу вам честно, потому что как бы есть более эффективные способы управления потоками, про которые я вам не расскажу, потому что чтобы ваши головы вообще не взорвались. Вот. Но там они более эффективные, когда по сути идея заключается в том, что ну, мы вначале есть специальный экзекьютор, мы на него на входу мы закидываем сколько угодно потоков, хоть 10, да, и потом на нем вызываем этот метод стартуй, чувак. И он начинает эти 10 стартовать. Эти 10 начинают работать, а потом на нем же мы вызываем жди всех. И мы сидим, ждем всех. То есть там нет, то есть мы не делаем джойны на каждом, потому что поток, да ладно, тут два, потока вас сотня, не будешь же 100 раз джойн писать. То есть там обычно используют другие механизмы, там жди всех, пока все отработали, только тогда чуть вернулись, получили, ну, там что-то, начали там работать. Вот. Ну и переходим плавненько к самому интересному, к дедлокам. Ну не совсем дедлокам, а вначале рассмотрим, как взаимодействуют потоки. Представьте, что у нас есть
public class counter. Так, в этом классе есть у нас интовская переменная c, которая по умолчанию инициализируется в ноль. Да? Теперь у нас есть public void метод ink, который делает c++. Так, и есть у нас public void deck, который делает c минус минус. И, собственно, есть у нас public int get c, ну, который нам это c возвращает. То есть делаем return c, ну, чтобы получить на выходе return, чтобы знать, что же у нас там в нашем счетчике. Вот такой вот у нас типа класс. Да? Интересно, можно так как-то все уменьшить? Не, наверное, нельзя. Ха! Жаль. Ты двумя руками так бахнет. И проломаем. Эдит, еще один. Да, наверное, нельзя уменьшить. Ну ладно, ну пофиг. Я на следующей странице буду писать, просто чтобы у вас оно записано, вы, по крайней мере, видите, что происходит. То есть вот у нас есть counter, да, есть c, ну, метод ink увеличивает, метод deck, собственно, уменьшает. Теперь представьте, что два есть потока внешних, да? Вот у нас, давайте тут запишем. У нас есть, например, thread 1 и у нас есть thread 2. И они оба начинают к этому каунтеру обращаться. Вот с ним вместе работать, с этим каунтером. И вот представьте себе такую ситуацию. Значит, действие номер один. Да? Thread 1 делает метод ink. Вызывает. Thread 1 ink. В c какое у нас получается значение? Тут будем писать зеленое значение c. В c становится единичка, правильно? Теперь берем... Второе. Двойка. Thread 2 вызывает метод deck. Какое значение в c будет? А? Ноль. Так вот, хитрость вот такая, что там, по идее, должен был бы быть ноль. Ну, по логике вещей, да? Но это хорошо, если этот поток 2 выполняется строго после потока 1. Но ведь это потоки. Они выполняются это последовательно, но параллельно. Там может быть 0, а на самом деле там может быть еще и минус 1. Потому что если он выполнится раньше, правильно? То есть, фишка же в чем? Смотрите вначале. То есть, первым делом же потоки, перед тем, как counter там denking, они вначале сделают getC, например. Да? Этот возьмет getC, и тот возьмет getC. У этого 0 и у этого 0, ну, у себя во внутренних переменных. Они посчитали, там 0, там 0. Хорошо, значит, я такой, типа, работаю на увеличение, я работаю на уменьшение. Я вызываю ink, а ты вызываешь deck. Да? Теперь я-то теперь, когда я, например, в среде 2, в среде 1, например, я, например, делаю get, я-то рассчитываю там получить единицу, да, например, а получаю, что мы получаем минус единицу, либо вообще ноль, которая тоже ни к чему, ни к тому не привела. Я-то хотел единицу, я-то только что ее там установил, почему там, кто там что мог сделать. То есть получается фишка в том, что когда два потока не синхронно работают, то есть они вообще друг о друге ни черта не знают, это хорошо два, таких может быть 3, 10 и 20, и вот они начинают как попало вызывать эти методы, то что мы можем получить? Мы получаем то, что у нас... Memory inconsistent получается, то есть у нас как бы память там, мы ожидаем, что там было какое-то значение, которое мы хотели туда установить, но там совсем другие, совсем разные нам значения, которые к нам не имеют никакого отношения. Вот. А что это получается, почему это может возникать? Потому что метод, собственно, ink и метод deck могут вызываться в данном случае одновременно. Ну, потому что же оба потока, они могут одновременно вызвать оба эти метода, вот тупо одновременно. Получается, один увеличит, другой уменьшит. Но как бы один, например, изначально что думает, что ага, там 0, значит я могу увеличивать. Другой думает, там 0, значит я могу уменьшать. Но так как они сейчас одновременно это сделают, то после этого-то они, у них получается потеряется собственно их видение. Они-то будут думать, этот будет думать, что там 1 уже минус 1, да? Вот. Хотя на самом деле в каунтере записаны совсем другие значения. Ну тот же 0, например, который вообще ни к чему не привел, да, у нас. То есть это вот такая вот ошибочка. Проблема. Как его запустить так параллельно, чтобы оно друг друга учитывало? Друг за другом. Правильно. Вот как это делается. Для этого используется так называемая синхронизация потока. В данном случае, ну я вот тут напишу, чтобы немного не переписывать.
В данном случае для вот этого метода... Ага, так нельзя выделить отдельно паблик. Или можно? Нет, нельзя. Точку выделил. Представляете, какая модная штука. Что если так вот паблик выделить? Нет. Ну ладно, значит, я допишу это вот тут. Вот тут сюда. То есть делаем перед методом, пишется специальное слово synchronized. Ну, соответственно, перед этим тоже. То есть, ну это вот один из способов. То есть все то же самое, только перед методом поставили synchronized. Что мы в данном случае получаем? В данном случае получается такая штука, что методы класса, вот эти вот, они становятся синхронизированными. Что это означает? Что как только первый поток, любой вообще, неважно, вызвал метод int, то есть попал внутрь вот сюда, так, никакой другой поток не сможет вызвать никакой другой метод. В данном случае даже надо на getC тоже поставить synchronize. Synchronized. То есть что получается? В данном случае, вот так вот напишем. Например, thread 1 вызывает метод int, да, вот он вошел в него. И если теперь вдруг thread 2, ему же надо сейчас типа вызвать метод быстренько get, проверить, что там значение, вызвать dead, да, то, к примеру, он вызывает там getC и все такое, то это приводит к тому, что метод не вызывается, а этот поток тупо уходит в спячку. Пока этот int не отработает. Вот как только int закончится, только тогда этот из спячки выпрыгнется и сможет прочитать уже это значение. То есть, получается в данном случае, то есть создается так называемый lock, который, собственно, срабатывает, то есть который, собственно, доступен этот lock только одному потоку. И как только поток захватывает этот лог, а захватив его, он может, войдя вот в этот метод synchronize, он сразу чик и захватил этот лог. Все, любой другой поток этот лог захватить не может, и он просто засыпает. Ждет, пока этот лог освободится. Как только лог свободен, тогда без проблем тот другой, собственно, заходит, его уже захватывает и начинает с ним работать. А что в данном случае выступает в виде лока? Лог это не какая-то абстрактная хрень на самом деле. В данном случае в виде лока выступает объект класса counter. Именно объект. То есть вы же делаете вначале counter c там равно new counter, правильно? И вот это вот c, оно и будет, собственно, этот объект, он и будет, собственно, вашим локом. Теперь получается, что когда внутри вот у нас, давайте скажем, два среда есть, да, сред 1 и сред 2. Вот там первый и второй. И получается, когда мы в первом среде вызываем c, там, например, int, вот, как только мы c получили thread int, то вот этот вот c, вот этот вот log, он как бы чик и перешел к нашему потоку. Ну, то есть это так абстрактно объясняет. То есть все, наш поток владеет этим локом. И то есть пока мы находимся внутри метода int, параллельно же при этом может работать же этот поток, правильно? То есть мы вот только вошли, например, еще не успели выполнить инструкцию C++, то есть она еще, например, вышла, и мы раз переключились, например, на этот поток. Этот поток, например, вызывает метод deck. То вот тот метод deck, он не сможет выполняться, он тупо тут сразу же бух и уснет. Там крестик поставлю. Типа занято, да? Типа занято, да. Не войди туда, занято, все. Теперь метод int отработал. То есть метод int отработал, и мы пошли вот в следующую инструкцию какую-нибудь, да, например. Все, как только метод int отработал, то есть, по сути, вот этот лог возвращается на место. Ну, то есть, в глобальную какую-то штуку. И, например, мы переключаемся на метод deck. Метод deck смотрит, что было занято, а теперь свободно этот лог переходит вот сюда. Все, теперь лог вот здесь вот. Теперь я могу уменьшать. Если тут я теперь делаю get, а хрена занято. Подождите, пока тот освободится. А можно вопрос? Да. А если, например, таких потоков 20, и все они будут синхронизм? Так вот они последовательно будут... То есть получается как? То есть надо первый захватил лог, да? Все другие ждут. Тупо все заснут и будут ждать. Как только первый освободил лог, кто-то из них проснется. Вопрос кто? Рандомайз. Причем самый такой, что ни на есть рандомайз, потому что операционная система не гарантирует, какой из них это будет дальше. То есть тупо, причем очень рандомно она возникает.
Само собой, там, как бы, есть приоритеты у среда, там можно выставить приоритеты, то есть тогда более приоритетный будет больше выполняться. Но тут это тупо рандомайзно. Вот у нас спят, например, 30 потоков, и операционная система типа всем говорит, пробуждаемся, делает шафл какой-нибудь там, ты, давай. Сюда. И это захватил поток. Все остальные опять жук и заснули, потому что у них опять же нету этого лука. А может быть такое, что только что один отпустился, и его сразу же подхватили обратно? Нет, может. Конечно, может. Так оно так часто и бывает, когда два потока работают, пока ты из синхронизации, как только ты выходишь, его сразу же подхватывает другой кто-то. Потому что там эти действия выполняются очень быстро, для вас, для программистов незаметно. Как только метод делает return, ну то есть вышел, лок сразу же освобождается и сразу же смотрится, кто другой ждет на этом локе. То есть у этого лока есть, как бы, очередь, ну, да? Типа, да, там, я не знаю, как внутри реализовано, точно не скажу, но как бы внутри там сказано, что на этом локе висят такие-то потоки. Лок освободился, фри, сразу же первому попавшемуся, на, ты работай. Все, другие пока опять ждем, пока не отработает. Ну, то есть фишка вот такая, то есть вот есть вот такие вот локи. То есть в данном случае, когда мы пишем синхронайз над методом, вот это очень важный момент просто знать, когда мы пишем синхронизм методом, то в качестве лока выступает объект этого класса, на методах которого мы собрались вызывать. Так? То есть синхронизм означает, что когда выполняется этот метод, то и другие методы не могут. Да. Любой другой метод уже в этом классе вообще никогда никто не сможет вызвать, потому что этот метод повис. А даже если другой метод не синхронизм тоже? Сейчас я вспомню, нет. В этом-то вся фишка, что метод не синхронайз другой, ты, например, например, вот этот метод уберем, да? То его, ну, к примеру, да, то его можно будет вызывать сколько угодно. Потому что метод этот не требует локов никаких. То есть зайдя в этот метод, нету проверки, а лок занят, не занят. Просто внутри этих методов, получается, когда выходишь в этот метод, сразу срабатывает проверка. Стоп, а лок занят или нет? Лок занят, например, все, сижу, сплю. Вот все, кто он вошел, то есть войти там и позволяет, оно входит и сразу же там и останавливается, потому что локи заняты. Потом, как только лок освобождается, я начинаю продолжать свою работу. Если метод не синхронайз, он как бы никто его не лочит. Понимаешь, он зашел, никто не это, выполнился с этого и вышел спокойно. То есть тогда не синхронайз методы можно вызывать извне, как угодно раз. Только вот, поэтому зачастую не синхронайзами делают те методы, которые как бы, ну знаешь, никак не вплывают. Почему? Потому что мы меняем CC. И получается, что если ты параллельно с этим вызываешь несинхронизированный метод, то есть вот эта инструкция еще не успела выполниться, а ты уже вызываешь C. То есть C еще 0. Ну нифига, я же хочу вначале выполнить свою, а потом всем сказать, что C уже новое значение, поэтому тогда ставишь над всеми, чтобы все точно знали, что вот над ними такая вот лажа происходит. Иногда бывает так, что, например, есть какие-то действия, которые мы хотим выполнить вот в рамках синхронайз метода, вроде как, да, хотим, чтобы некоторые действия выполнялись как бы вот жестко синхронизированно, четко, да, вот, а другие действия в этом методе, в принципе, могли выполняться как угодно, нам уже дальше не важно. То есть так называемый, то есть в данном случае, видите, синхронайз это целый метод, да, то есть весь метод будет выполняться только нами и больше никем другим, и объектом синхронизации выступает весь объект класса. Так вот иногда бывает так, что мы хотим, чтобы объектом синхронизации был какой-то маленький только блок, то есть только вот этот блок был, собственно, только один поток мог последовательно его выполнять, а дальше уже как хотите, хотите там как угодно крутитесь. В данном случае просто есть такое понятие, как синхронайз блоки. Пишем, например, там какой-нибудь метод public, ну тот же там ink, к примеру, да. И тут тогда пишется вот такая, пишется слово synchronized. Это в коде вы тоже можете увидеть. Synchronized. И открывается фигурная скобка. Не фигурная скобка. Вру. Synchronized и открывается вот такая скобка. Вот. И тут надо указать объект синхронизации. Ну, к примеру, там объект this может быть. То есть опять себя же. Да? Дальше мы вот тут вот делаем, собственно, c++, закрываем скобку, да? Ну, а потом, скажем, там какой-нибудь там sys out там, c какой-то, да? То есть получается, что в чем фишка? Что войдя в этот метод, как бы, тык, мы входим в этот метод. Метод сам не синхронайз, правильно? Поэтому много потоков смогут в него войти, никаких блоков нету. Но тут они доходят до вот этой вот инструкции. То есть они попадают как бы к этой инструкции. И тут она синхронайз. И они сразу... И почему? А здесь указан тот объект синхронизации, кто, собственно, будет синхронизировать. Ну, в данном случае я написал this, то есть это получается, опять же, наш объект класса. То есть он является локом. То есть лок, первый поток получил этот лок, все. Второй поток получил, не может. Второй поток, все начинают тут спать. Первый поток выполнил этот метод, вышел. Второй поток начинает выполнять.
И вот тут уже, а вот этот вот кусок кода, ну тут же может быть много инструкций, правильно? Он, получается, уже не синхронизирован. То есть получается, что первый выполнил поток, например, да, потом мы переключились на второй, второй выполнил. И тут начинают параллельно выполнять. И тут они уже могут параллельно, уже независимо от того, какой из них первый, какой второй выполнять, нам уже не важно. Но есть такие блоки кода, когда нам не важны. Очень ярко это иллюстрируется на таком примере. Представьте, что у нас есть каунтер, наш, да, public класс каунтер. Но в котором у нас не один счетчик int c, а два. Есть один счетчик и есть второй счетчик. И вот нам надо позволить, чтобы оба эти счетчика мы могли инкрементировать независимо друг от друга. То есть один можем там щелкать вверх, 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 второй можем щелкать вверх, вверх. Независимо, то есть никак не влияет. То есть получается, что если мы, ну, выполним вот такую же штуку, да, напишем метод int, который инкрементирует int там 1 и int 2. Этот будет первый счетчик инкрементировать, этот второй. Если мы над методом поставим синхронайз, получается так, что мы когда попали в первый синхронайз метод, да, мы второй, мы не сможем инкрементировать второй счетчик независимо, потому что надо будет дождаться, пока первый отработает. Получается, а тут мы хотим параллельно, чтобы оба счетчика инкрементировались, но при этом, чтобы сохранялась независимость, ну, потоков, чтобы как бы потоки не, ну, безопасность это была. Для этого обычно, ну, разные способы есть, но это один из таких способов. Создают объекты синхронизации. Обычный object. Зовут его, например, скажем, там, log1, делает new object. И создают объект синхронизации 2. Object log2. New object. Теперь, собственно, пишут метод public void inc1. То есть инкрементим первый каунтер. И вот тут вот тогда фигарят вот такую штуку. Ставят synchronize block 1 и делают c1 плюс плюс. Закрывают. Так, ну, соответственно, ставят отдельно метод public void inc2, собственно, когда второй, да? Ну и, соответственно, пишут такую же самую штуку, только уже synchronized, уже только ставят тут какой, log 2. И делают c2 плюс плюс. То есть, что мы получаем? Мы получаем то, что вызывая один только этот метод, например, два потока параллельно, они его не смогут вызвать и нарушить. То есть, всегда будет выполняться условие последовательности. То есть, вначале один отработает, потом второй, потому что есть синхронизация. Как только первый поток сюда вошел, он сразу чук подхватил этот лог. Второй сюда вошел, лог занят, все, сиди, жди. Первый отработал, второй потом отработал. То есть, это будет все выполняться последовательно. Соответственно, отдельно, если рассматривать второй метод, то то же самое будет происходить. Но параллельно оба метода друг от друга никак не зависят. То есть параллельно два потока могут вызвать и этот, и вот этот. Потому что первый поток захватит лог 1, второй поток захватит лог 2. Лог 1, лог 2 друг с другом никак не пересекаются. Мы спокойно вызвались и работаем, собственно, и всем нам хорошо, и все, все приятно. Але те, що ми не робимо ніякої шкоди, це ми самі відповідаємо. Тобто, якщо дописати, наприклад, це 1 плюс плюс в другому методі, то ми собі самі зробимо шкоди, правильно? Звісно, звісно. Тобто, ну, понятно, програміст сам за це сам должен слідити, в этом-то вся і проблема, виходить, з ним. Вот. То есть, вот у нас два синхронизирующих блока. То есть, в данном случае, в одном классе, понятно, что, понимаете, если бы мы написали synchronize над методом, да, вот тут вот и вот тут вот, то получилось, что у нас объектом синхронизации выступает объект класса counter, ну, тут new counter, который мы сделали, и выходит, что вызвал метод inc1, inc2 уже параллельно не вызовешь, потому что объект синхронизации лог сразу раз захватился, придется ждать, пока закончится это, чтобы вызвать второй. А в данном случае, ну, локами, объектами синхронизации выступают, собственно, вот мы создали два тупо каких-то там object, непонятно. Получается, выполняется один, второй, то есть параллельно они могут работать. Но если два пытался лезть туда, то будет только последовательно работать, то есть они друг друга не нарушат. То есть просто что, ну, вы будете знать, что в коде вы можете увидеть, либо над методами будет синхронайз, и это знаете, что если над методом написан синхронайз, то этот метод будет выполняться только вот, ну, последовательно, потоки будут на него ходить. Или вот так вот вы можете в коде увидеть. То есть раз, и вот, такой вот такая вот конструкция. Ну и теперь вот самая хитрая штука, это, собственно, дедлог. Как получить дедлог? Самая классическая ситуация дедлога. Такая вот более классическая, просто не придумаешь. Так? А вот эти штуки там с локами, они вживаются типа, мы знаем точно, что есть потоки.
Конечно. Ну а так нафига тебе? Ну понятно, сам программист это сам программирует. Вот представьте себе, программисты допрограммировали, что напрограммировали дедлог. Как получить дедлог? Дедлог получить несложно. На самом деле. Так это специально делается? Не, ну что специально. Дедлог как раз это случайность. Ну для детей природы что-то такое. Дедлог это, собственно, ну сейчас я объясню, сейчас вот я же на примере, вы как раз вы поймете, на примере это лучше всего видно. Я понял. Когда оба спят и друг друга ждут. Понимаешь, то есть оба и вот. Ну представьте, ну значит на схеме это можно выглядеть вот так вот. На схеме, вот у нас есть, например, thread 1 и thread 2. К примеру, thread 1 и thread 2. И вот фишка в чем? Что, например, объектами синхронизации выступают, собственно, вот эти вот потоки, да, то есть у них тут методы синхронизации. И вот в этом методе, вот, например, скажем, вот так вот метод, и вот так вот у нас метод. То есть это метод 1, 2, метод 1, 2. То, ну, схематически эта работа представляется где-то вот такая. Скажем, начинается параллельная работа. Значит, выполняется вот этот вот метод, ну то есть пришел вход сюда, да, вот, шик, параллельно они пошли. Начались инструкции тут. И тут вы начинаете в этой вот инструкции, вызываете вот этот вот метод. Второй. А этот метод synchronized. Вы получаете лог и засыпаете. Ну, вернее, не засыпаете, вы получаете лог и начинаете его выполнять. Но параллельно с этим вот этот чувак вызывает ваш метод, который тоже synchronized. Он тоже этот получает лог. И получается, в чем фишка, что он не может как бы он не может проснуться. Вот эти методы, то есть все методы синхронайз. Вот это все синхронайз методы. Получается фишка в чем? Что так как вы находитесь внутри вот этого. Получается, так как вы находитесь внутри вот этого метода, вот внутри у него, Т2, то все, кто вызывает второй метод, они автоматически засыпают. Потому что вы же должны вначале выйти, чтобы они получили доступ к этому методу. Получается, он его вызвал. А работать не может и заснул. И тут произошел слип. Называется, закрыл квартиру, вылез через окно. Да? Т1, он раз и заснул. В это время, получается, так как Т1 спит, процессор проработает дальше, он выделяет кванты времени на Т2. Т2 в этом работает. Т1 же наивно ждет, что сейчас Т2 закончит работу, и я вызову его метод и продолжу. Все будет хорошо. Но Т2 не заканчивает работу, берет и у меня же вызывает метод вот, второй. Получается, он его тоже вызвать не может, потому что я что нахожусь сейчас вот здесь, вот и я получил лог на Т1, получается, я заснул вот тут вот тоже. Получается, оба потока вызвали друг у друга методы и заснули. И вот это классическая ситуация дедлока. Ну, при программировании это как получается? То есть представьте, что у нас вот тогда же класс каунтер, обычный класс каунтер, только считайте, то есть у нас это два разных каунтера. Каунтер 1 и каунтер 2. Объектов. Класс один и тот же, а два объекта, да, каунтер 1 и каунтер 2. И каунтер 1 вызвал на каунтере 2 ин, а каунтер 2 на каунтер 1 вызвал дек. Вызвали, например, и все. И заснули. Понятно? Mm-hmm. Ну идея, откуда это взял. То есть так вот у нас схематически, где мы там находимся? Под Windows. Под Windows. Вот. То есть схематически выглядит это вот таким вот образом. Вот это, собственно, самое, это классический дедлог. И фишка в том, что выбраться из этого дедлока, рекавериться из этого дедлока никак нельзя. Невозможно. Только надо прибивать программу. В этом-то вся и проблема. Есть механизмы. В Java тоже есть механизмы. И либо программисты сами программируют такие механизмы, там recovering from deadlock. У нас вот на нашем проекте у нас есть такая штука, у нас есть отдельный поток, третий, который пытается рекавернуться from deadlock. И он отслеживает эти дедлоки. И он начинает смотреть, что как только все потоки заснули, значит мы появились в дедлоке, то есть надо какой-то из них просто жахнуть. Получается, что мы жертвуем, например, вот этим вот потоком, да, например, мы им тупо жертвуем, да, но тогда получается, что этот лог освобождается, и Т2 может захватить этот лог и выполнить вот эти действия, и, собственно, Т2 продолжить. И очень часто, потому что потоков таких вот, которые заснут, их же может несколько штук, они друг у друга повызывали методы и погасли. Вот, и достаточно буквально одного жахнуть, да, чтобы как бы один освободился, и все быстренько развяжутся, клубочек быстренько развяжется, потому что один освободился, все, этот лог начнет переходить туда-туда, и они последовательно этот закончит, все позаканчивают. Ну, то есть, как бы, схемы вывода из этого лога обычно такие.
Очень часто, то есть вот это такой, знаете, классический дедлог, но его, он очень тривиальный, и его на самом деле даже в коде увидеть легко. То есть программисты его, в принципе, достаточно легко увидеть. Почему? Потому что, ну, ты смотришь, ты находишься внутри, даже вот легко даже понять, если ты находишься внутри синхронайзд метода, то есть ты вот внутри синхронайзд метода, и ты внутри синхронайзд метода вызываешь другой класс, другой метод, который тоже синхронайзд, то будь, пожалуйста, добр проверить, что ни один другой метод этого класса не вызывает назад тебя. Это легко проверить, на самом деле, прямо в коде. Потому что если он вызывает, то вот уже может быть дедлог. Дедлог же может и не быть. Вдруг процессор так проектирует время, что вначале отработает это, потом вот это, а потом только отдаст вот это. Ну, знаете, последовательно работает. Тогда проблем нет. Но может же быть и дедлог, и часто вообще не бывает. Поэтому это легко отследить. Очень дедлоки бывают же такими, знаете, например, смотрите, мы, там другой класс и третий класс. Например, у этого, например, у нас вот тут вот синхронайз метод, вот, и мы в нем вызываем вот этот вот класс. Этот класс не, обычный метод, никакой тут не синхронайз, ничего. Внутри него он вызывает вот этот вот класс. А в этом классе уже синхронайз метод, который берет и вызывает нас назад. То есть такая вот цепочка. Опять дедлок. То есть, и самое хреновое обычно, когда такая цепочка, например там на 10 классе, где получается, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, потом 10 тебя пум, и все, и повисли все вместе. Потому что все сидят, не могут дальше продолжать, особенно в синхронизме, потому что ждут, пока освободится как бы лог предыдущий. Конечно, такие цепочки сложнее бывает отследить, но опять же программисты отслеживают. То есть стараются, во-первых, как можно уменьшить количество вот этих вот синхронайз методов. Иногда стараются уменьшить не так сам метод делать синхронайз, как я вот это рассказал, а сделать только нужный блок синхронизированный. То есть делаешь только, потому что бывает так, что все тебе не надо синхронизировать. Тебе нужно только свой собственный блок как-то синхронизануть, чтобы потоки с ним не баловались. А уже другое, например, там call other, да, какой-нибудь, вот следующая инструкция, уже можно не синхронизированно вызывать. Пусть вначале мы свой там C плюс 1 синхронизируем, а вот следующий вызов, например, вызов вот этого, пусть он будет не синхронизирован, тогда проблем никаких не будет. Тогда любой другой может вызвать меня, потому что у меня нету в данном случае лога. То есть это как способ борьбы с дедлоками и тому подобное. Ну то есть их на самом деле много этих способов. То есть, и вот я же говорю, внешние системы тоже вводятся, которые пытаются отслеживать. Очень хреново, когда дедлоки особенно завязаны на каких-то внешних системах, например, там на базах данных и тому подобное, тоже такое бывает. Вы вызываете базу данных, а что там внутри происходит? Вы что-то не знаете, вы-то вызвали эту функцию, она там что-то произошла и повисла, например. А вы сидите, ждете, когда она отработает, да? И не можете дальше продолжать, пока она не отработает. А тут другие люди начинают вас ждать. И вот так раз-раз-раз, система повисла, например, вся. То есть в данном случае это тоже, ну, прибегает к каким-то сторонним системам, сторонним библиотекам, которые позволяют отслеживать эти механизмы. То есть они следят, кто из них дедлоки, и зачастую рекаверится каким образом? Просто жертвуют кем-то одним из них. То есть тому жертвуют, прибивают процесс, он эксепшн начинает кидать, ну получает эксепшн, что меня прибили, но зато при этом другие хоть смогут отработать. Ну то есть это такой механизм. Но обычно программисты просто стараются быть очень внимательными, чтобы из одного синхронайза не вызывать другой синхронайз. Это вот очень важно. А если уже и вызываешь, то нам будет добр проверить, что никакие другие не заняты. Очень часто еще есть такие способы проверки, а занят ли лог. Ну, да, при обычной Java, по сути, сделать это никак нельзя, но есть другие библиотеки, в которые как бы лог — это целый объект лог. И на нем есть такой метод, занят ли ты. То есть ты ifом проверяешь, занят, не занят. Если не занят, то я его быстро беру и логу. Если занят, тогда извините, я как бы не буду даже пытаться это делать, чтобы не дедлочимся, не замерить. Но как минимум теперь вы будете знать, что если ваши программеры будут при вас рассказывают, что это у нас дедлог, то вы хоть будете понимать, что это значит, что два потока, ну как минимум два, друг друга ждут и спят, и не могут ничего с этим делом сделать. То есть это такая очень ситуация жестокая, очень плохая, и с этим надо бороться. Ну, и борются, можно сказать, досинхронизировались. Да. Ну, борются обычно, то есть вначале стараются бороться, как говорится, организационными способами, то есть не, вот я же говорю, не вызывает, там проверяет, чтобы не было лишних вызовов, пытается блоки синхронизации как можно меньшими сделать, то есть вот используют такие внешние синхронайзы и делают их можно маленькими, не весь метод, не весь класс, а чисто маленькие блоки синхронизации. И только уже потом, когда все организационно вроде все нормально, если опять дедлог, тогда уже надо смотреть, что там, где, кто, кого, как вызывает. Но в принципе, если организовывать все правильно, у вас дедлоков никогда не будет. То есть у вас никогда, ну, все методы будут отрабатывать последовательно, и никаких дедлоков не будет. Но это вот такая вот
Проблема параллельного программирования. Есть еще проблема, про которую я вам рассказывать не буду. Вот, если заходите, почитаете в интернете. Есть еще так называемая штука, как life log. Жизненный лог. Ну, давайте напишу, вы хоть там сможете найти в гугле, посчитать. Life log это смахивает на тот же, на дедлог, только при этом процессы не спят, а при этом они работают. Колбасятся. Они постоянно, то есть он, например, работает, потом проверяет. Лог занятый, например, Окей, я опять пруду. Работаю. Опять лог занятый. И опять работаю, да? А лог занятый почему? Потому что в это время другой чувак взял этот лог, да, и проверяет у меня. Тот работает. Ладно, тогда я буду задержать еще лог. Тот работает, понимаете? Ну, то есть лайфлог это как бы, ну... Все наоборот. Да, наоборот с дедлоком, но фишка та же самая. Оба не могут продолжить дальше, то есть не могут двинуться дальше по коду, потому что при этом постоянно ждут друг друга, но они как бы не спят, то есть у них не пассивное ожидание, то есть дедлок это заснули, все, программа никак не расходит. А в дедлоке нет, она респондит, она там отвечает, выполняет какие-то действия, ну то есть, но они без толку, потому что дальше не можем двинуться, опять же занятые локи. Есть еще такая штука, как race conditions. Это такая достаточно сложная штука, но бывает, возникает когда? Когда, ну они с локами уже как бы к локам отношения не имеют, это больше имеет, ну в принципе тоже как, синхронизированный доступ. Когда есть какая-то переменная, да, у нас есть вот один поток, есть второй поток, и есть в третьем потоке какая-то переменная, C, да? И вот мы запустили, например, стартанули это, запустили, и вот нам надо эту перемену, например, там изменить. В какое-то там значение true либо false, да, например, а в зависимости от того, какое тут будет значение, вот этот поток будет там выполнять, собственно, какие-то свои модные действия. И получается, что когда мы эти два потока запустили, то мы не можем гарантировать, какой из них первый добежит до этой переменной. А от этого вся логика в программе зависит. Если добежит вот этот, например, установит ее в true, значит там будет, например, все там, капец, мы выиграли миллион. А если добежит этот и установит ее в false, значит все, мы миллион не выиграли, пора вешаться, да. И вот это получается race condition, то есть когда мы не знаем, какой из них первый добегает туда, вот, жук, вот они же как бы, ну, races, то есть они оба стартанули и начинают как бы, кто из них первый добежит. От этого логика, и это часто очень бывает плохо, то есть, ну, бывает, конечно, нам пофигу, да, а зачастую бывает плохо, потому что надо, чтобы конкретно, четко отработала логика первого, отработала, усовершенно, ну, как бы, закончила, четко отработала логика второго без каких-то влияний. И только потом уже было принято решение, кто из них более прав, например, да, тот установил эту нужную перемену, и дальше пошло продолжиться. Как такое решают? Ну, это уже чисто приемами программистскими там начинают решать, то есть как-то либо вводят какой-нибудь сюда дополнительный, то есть они оба бегут, устанавливают вот сюда, этот их дождался, проверил оба значения, только потом уже C установил. То есть как-то либо так делают, либо опять же синхронизацию пытаются вводить, то есть что пусть вначале отработает один, а второй, перед тем, как будет устанавливать свою переменную, он проверит, а может она уже установлена. Если она уже установлена, тогда все, я типа не виноват, я был позже. Ну то есть тут уже зависит от того, какая логика нужна. Нужна ли логика того, чтобы обязательно оба закончились, либо мы хотим посоревноваться, ладно, пусть соревнуются, а кто из них уже там закончит, просто чтобы будет более правильно устанавливать. Ну это такая штука, тоже нетривиальная достаточно, race conditions, они так хитро с ними есть. Вот, есть еще такая штука, как называется, по-моему, starvation. Голодание. Но это больше относится к ресурсам уже. Ну, то есть это фишка та же самая с потоками. Но то есть обычно так, когда один поток захватил ресурс, например, файл, да, и начинает этот файл писать, а другой тоже хочет этот файл и не может в него писать. И он его никогда уже не получит, потому что первый никогда не закончит в него писать и никогда не сделает ему релиз. Такі вас професорами, да? А ти Starvation? З професорами Вилками, звідси назва Starvation? Ну, типу того, да, от типу того. З професорами і Вилками, да, от як ця фішка. Тобто, ну, це от якби, а сюди, тільки, якщо переложити вже на програмування, то есть фішка така же, получится, то есть, якби, ми ждем, ми ніколи її не получимо, тому що другой ніколи не закончит. Тобто, тут постійно буде це делать, то есть, з цим теж треба боротися, то есть, стараться, ну, то есть, ресурси всегда освобождать, щоб нічого не було, то есть, вообще мультипоточное программирование такая сложная, замутная штука, то есть, ну, к ней стараются прибегать уже как можно реже, но, с другой стороны, к ней прибегают часто, особенно сейчас, когда двухъядерные процессоры, блин, у каждого школьника, да, то есть, это раньше процессор был одноядерным,
і, в принципі, не парилася цими потоками, ніхто не парився, тому що так все буде послідовно працювати. Как бы, а потім, коли зараз вже везде двох'ядерний, всі хочуть паралелить, тому що, ну правильно, скорость достигається, але паралелить треба дуже умно, іначе, акуратненько, іначе отримаємо такі речі, і з ними щось може бути, все проблеми. Ну, я думаю, дальше вам go to Wikipedia, Google, там про вот эти щуки вы можете больше прочитать, это достаточно интересно, как с ними бороться и что с ними может получиться. Все, спасибо за внимание, с потоком закончили. Спасибо.